Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңға сәйкес, Қазақстандағы тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жай-күйі туралы мәселе үкімет қарауына кемінде екі рет шығарылады. Ағымдағы жылғы төрт шілдеде өткен үкімет отырысының қорытындысы бойынша берілген тапсырмаларды орындауда Ұлттық экономика министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы қызмет талдамалық бағалау және есептілікке қойылатын бірыңғай әдіснамалық тәсілдерді бекітті. Бұл құжатты мемлекеттік органдар мемлекет басшысына тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жай-күйі туралы жылдық есепті дайындау кезінде пайдаланады. Ұлттық тұтынушылар лигасының үкімет отырысында айтылған ұсынысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі үйлестіру кеңесі құрылды. Енді қазіргі жағдайда тоқталатын болсам. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар 2017 жылдың бірінші жарты жылдығында 19 мыңнан астам тұтынушылардың өтініштерін қараған. Осы өтініштердің 74% Республиканың ұлттық банкіне, 16% тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органға, 1,5% денсаулық сақтау министрлігіне, 2% қаржы министрлігіне, 0,6% инвестициялар және даму министрлігіне, 2% жергілікті атқарушы органдарға түскен. Бұл өтініштер бойынша 287 әкімшілік іс қозғалды. Тұтынушылардың құқықтарын бұзылуына салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 70 миллион теңгені құрап отыр. На основании поступивших обращений можно выявить ряд проблем. Первое – это отсутствие единой эффективной системы государственного контроля. На сегодняшний день деятельность уполномоченного органа в лице Министерства национальной экономики ограничена межведомственной координацией и разъяснением законодательства. Министерство контрольных функций и функций по осуществлению проверок соблюдения законодательства в сфере прав потребителей не имеет. А в свою очередь государственные органы, наделенные функциями контроля за соблюдением отраслевого законодательства, не всегда нацелены на решение задач прав потребителей и не в полной мере реализуют обязанность по обеспечению защиты прав потребителей. В зарубежных странах, помимо государственных органов, важнейшую роль в системе защиты прав потребителей играют общественные объединения. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 174 таких объединения, фактически функционирует только 65. Это объясняется отсутствием источников финансирования для реализации прав потребителей. Между тем, в некоторых зарубежных странах общество защиты прав потребителей получает государственное финансирование. Второе. Низкая правовая грамотность самих потребителей. Анализ поступивших обращений показывает, что наши потребители не знают свои права, имеют слабое представление, к кому, куда и как обращаться. Кроме того, по причине несоразмерности выделяемых сумм возмещения в судах, потребители очень редко обращаются в суд. Из 19 тысяч обращений, которые вот я сказал, судами рассмотрено всего 505 заявлений граждан. По содержанию поступивших обращений, 4 основные области, которые вызывают у потребителей наибольшие вопросы. Это финансовые услуги 74%, ЖКХ 10%, розничная торговля и электронная торговля 9% и безопасность ввозимой продукции. В области финансовых услуг потребители обращаются в основном в целях рефинансирования задолженности и по вопросам обслуживания банковских займов. Также потребители часто жалуются на несоблюдение требований к оформлению и содержанию договоров, непредоставление полной информации по комиссиям и навязывание дополнительных банковских услуг. В сфере жилищно-коммунального хозяйства основные претензии предъявляются к качеству вводимого жилья и деятельности управляющей компании. Отмечается несоответствие качества жилья условиям заключенных договоров, а также размещенной рекламы и несоблюдение сроков сдачи жилья. Кроме того, комплекс вопросов существует в части управления жилищно-коммунальными комплексами. Это отсутствие зарегистрированных кондоминиумов, препятствование их созданию, навязывание услуг управляющей компании со стороны застройщиков, а также непрозрачность формирования расходов управляющих компаний и затрат на общедомовые нужды. В сфере розничной торговли основными нарушениями являются обвес, обсчет и иной обман потребителя. Реагирование по таким фактам органами внутренних дел осуществляется только по жалобам. Вследствие этого незначительное выявленное количество таких правонарушений. По статье «Обман потребителей» за полгода рассмотрено 7 дел, сумма наложенных штрафов 238 тысяч тенге.
Также существует достаточно низкий уровень защищенности потребителей в динамично развивающейся сфере электронной торговли. Отношения между участниками электронной торговли и потребителями строятся на доверии, не закреплены действующим законодательством. Неопределен статус электронных торговых площадок, отсутствуют требования и контроль ответственности. Следующее – это обеспечение безопасности ввозимых товаров. По итогам мониторинга безопасности продукции, который проводит Министерство здравоохранения, отмечается, что наблюдается снижение количества несоответствия техническим регламентам и нормативным документам пищевой продукции с 30 до 14%. Более подробно Министерство здравоохранения по этому вопросу доложит. На основании вышеизложенного, уважаемый Бахтиян Абдирович, мы считаем возможно предложить следующее. Первое. Рассмотреть возможность наделить уполномоченные органы и компетенции по осуществлению мониторинга и в случае необходимости контроля за соблюдением законодательства в сфере прав потребителей. Мы не говорим о мониторинге и контроле самих субъектов бизнеса, а так называемый контроль за контролерами, о том, насколько эффективно другие государственные органы реализуют свои функции по защите прав потребителей. Второе. В целях развития системы общественного контроля расширить полномочия обществ по защите прав потребителей и определить источники их финансирования. Очевидно, что наибольший эффект получается и в международной практике, исходя из нашего понимания, когда не государственный контроль или надзорный орган приходит к бизнесу и регулирует его взаимоотношения с покупателями, а когда это делает общественное объединение. У нас их всего 74 активно функционирующих, но для того, чтобы иметь штат юристов, технологов, которые разбираются в этом, нужны деньги. А этих денег у них, естественно, нет. Соответственно, источники финансирования могут быть либо государственными, либо одним из вариантов был это создание вот общественных советов за счет субъектов самих, часть субъектов естественных монополий. То есть какие-то часть взносов от их деятельности могла бы идти на финансирование вот этих организаций по общественному контролю. Третье. В целях повышения правовой грамотности потребителей необходимо рассмотреть расширение размещения субъектами предпринимательства информации о правах потребителей и увеличение информационного и социального заказа. Четвертое. Учитывая, что 74% обращений приходится на финансовый сектор, необходимо, на наш взгляд, еще раз рассмотреть законодательство в области раскрытия полной информации банками и другими субъектами финансового сектора касательно своих услуг, дополнительных услуг и общей стоимости комиссий. Пятое. В сфере ЖКХ предлагается рассмотреть совершенствование механизма регистрации кондоминиумов и рассмотреть возможность внедрения института выборщиков, а также предпринять меры по повышению прозрачности формирования затрат управляющих компаний и внедрить электронный формат взаимодействия с потребителями. Шестое. В сфере электронной торговли ввести механизм аккредитации субъектов, осуществляющих электронную торговлю, и предусмотреть законодательные поправки в части определения прав, обязанностей участников электронной торговли. В принципе, в рамках дорожной карты по развитию электронной торговли эти меры у нас предусмотрены, и в рамках закона по кардиналке, по кардинальному совершенствованию, мы предлагаем это сделать. Реализация этих мер, на наш взгляд, позволит достичь существенного прогресса в вопросах защиты прав потребителей.